Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Марина Джала. Глядіть у гэтым випуску. Новий етап виборчої кампанії. Сьогодні розпочалася регістрація кандидатів у депутати місцевих советов. Ситуація під контролем. Шкодного уздіяння на атмосферне повітря забруджувальних речовів у районі Світлогорського ЦКК не виявлено. У початку нового года позитивная новина с Мазыра. У районе на волю выпустили больше как 40 высокородных оленей. С новыми лесными жихарами познакомились наши мазырские коллеги. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. Сегодня в Беларуси распачался черговый этап выборчай кампании. Регистрация кандидату у депутаты мясцовых советов 28-го скликания. Напередодні был апошний день, коли вылучшенец або его представник могли подать документы. На Гомельщине жадание принять удел у выборчай кампании выказали 4142 человеки. Найбольшая колькость кандидатов вылучшена шляхом сбору подписов громадянами. Это амаль 75% от агульной колькости. Больше 12% вылучшено працовными коллективами и 4% политическими партиями. До речи, каждый десятый скористался махчимостью вылучшения двумя субъектами. Сирот кандидатов большую частку складают жанчины – 55%. Породи деятельности – перевага у работнику социальной сферы. Третья частка – это представники адукации, медицины и культуры. В настоящее время выдвинуто 4543 комплекта документов по всем уровням советов и зарегистрировано, выдвинуто кандидатов 4142 кандидата, опять же, по всем уровням советов. 10 дней на проверку документов по 18 число включительно, после потом будет зарегистрирована кандидатура и пойдет предвыборная кампания каждого кандидата. После регистрации наступает период агитации. У Гомельской области уже вызначены места для проведения митингов и пикетов. Займаться агитацией нельга каля будинка у мясцовых органов улады, судов, прокуратуры, установ адукации и аховы здоровья. Цалком яна забороненная на площах Ленина и Паустання у Гомеле. 5 буйных инвестпроектов реализуются у Гомеле до 2020 года. Это предугледжено программой социально-экономичного развития. Текст опубликованы на национальном правовом интернет-портале. Новые проекты будут ожидать 4 предприемства. На их, у приватности, повинны з'явиться высокотехнологичные вытворчести по опрацовке металлов, вырабов индустриальной гидравлики. Программой так само запланировано будовництво шматфункционального гандлевого комплексу на скрытии проживание в улице Советской и Каменщикова. Программа накирована на повышение узровню занятости насельництва, рост экспорту, притягнение замежных инвестиций и применение информационных систем и технологий. Ставки по депозитах семейного капитала выросли на 2,1%. Это больше, чем у два попередние годы. Нагадаем, семейный капитал у нашей краине начали выдавать с 2015 года. С тех часов за народжение третьего и наступного детей держава вылучает семье 10 тысяч долларов, которые заховываются в 18 годов на специальном депозите у Беларусьбанку. Дальше, зараз на депозитах семейного капитала беларусы заховывают порядку 460 миллионов долларов. У городском поселку Октябрьский у Гомельской области в мае этого года планируется ввести в эксплуатацию первый арендный дом. Будовництво ведет Светлогорский будтрест номер 20. У новой шматповерховцы будут проживать 30 семьев. Новоселыми станут ожидающие скористаться арендным жильем и молодые семьи, которые подпадают под указ об адресном жильевом субсидировании. Усяго сёлета побудуют свыше 800 арендных квартир. Цалком арендные шматповерховки альбо сполученные с социальными квартирами з'явятся бодай что у кожным районе в области. Что до адресного субсидирования, то на гэты год, згодно указу номер 240, запроектовано будовництво каля 2000 квартир. Больш за все новоселов будет у областным центре. Гамельчан просит не затрымливаться за платы жилево-коммунальных послуг. Гарвыканкам попереджвае, что оплатить их треба до 25 студеня. Далее база разлик будет часово недоступная. Это связано со створением нового коммунального унитарного предприемства «Разликово-доведочный центр Гомеля». С 26 студеня начнутся техничные работы по объединению баз даденных. Процедура протягнется до 3 лютого. У гэты перыяд оплатить жилево коммунальные послуги с допомогой системы разлик будет немагчыма.
Громадская приемная областной организации «Беларусь» протягивая работу у Гомеля. Завтра отбудется встреча с главным врачом Центральной городской поликлиники Катериной Титко. У четверг, 11 студеня, задать свои питания можно будет начальнику областного управления охраны здоровья Игорю Баранову. Приемы будут организованы с 17 до 19 годин у будинку ГКЦ на Ланге 17. Попередний запись по телефоне 70-43-00. Завтра в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского горвыконкома пройдет черговый день предприемства. Вакантные места представит Делкам 40. Это дочинное предприемство польского вытворца мягкой мебли. На встречу запрашивают швачек, водителей, погрузчиков, укладчиков и других специалистов. День предприемства пройдет с 10 до 12 годин по улице Пролетарской, 18. Больше 500 отключений от электроэнергии, спынение эксплуатации свыше 800 одинок газового обсталявания. Это только некоторые выники деятельности наглядальных комиссий за прошлый год. Ситуация у приватных домовладаниях застается у поле зроку контролирующих органов и сёлета. Олег Сентюров принял удел у рейде Добрушского районного отдела МНС. З надыходам холадоў асноўная ўвага вартавальнікаў у выкарыстанню печаў. Ацепляльны сезон пачаўся некалькі месяцаў таму, але падчас маразоў ён прыкметна актывізуецца. Пры гэтым шмат хто свядома адмаўляецца ад выкарыстання прыроднага газу. Печы на дровах абыходзяцца значна танней, хоць і верагоднасць няшчасных выпадкаў узрастае. Каб сагрэцца зімой, можна заўсёды знаходзіцца ў памяшканні ў цёплым адзенні. Можна набыць вось такога кота, ён таксама загрэе, але лепш за ўсё выкарыстоўваць печ. Праўда, пры гэтым прыйдзецца захоўваць даволі строгія правілы бяспекі. У групе рызыкі састарэлыя і адзінока пражываючыя пенсіянеры. Толькі ў мінулым годзе іх родным напісалі каля 10 тысяч лістоў з просьбай аб ліквідацыі прычын, якія ствараюць рэальную пагрозу жыццю і здароўю. Яшчэ 4 тысячы грамадзян атрымалі на гэтай мэты адрасную дапамогу. Праўда, сям'я Дабрушан Жывапісавых у гэтых спісах не знаходзіцца. Нягледзячы на ўзрост, гаспадару сёлета споўніцца 75 гадоў. Тут пастаянна даглядаюць за двума печамі, а таксама праводзяць усе прафілактычныя мерапрыемствы. На чардаке прасматриваем кожнае перад самым атаплення. Ну, собственно, на чердаке даже мы лазим комин сам по себе, берешь шест или такой грузик плотный, тяжелый, и на веревочке комин сам просто прочищаешь его. Вот, прочищаешь, а потом здесь это убираешь этот самый, сажу это все. Комин, да, каждый год комин чистить обязательно нам. Вот, так это как-то провело, оно всегда так было. І мы навучыліся ад сваіх родителей. У выніку прымаемых мер аператыўная абстановка на Гомельшчыне стабілізавалася. Колькасць пажару летась знізілася ва ўсіх раёнах вобласці, а колькасць загінуўшых на іх людзей зменшылася больш як на 17%. За гэтай лічбай праца ўсіх суб'ектаў прафілактыкі, наглядальныя камісіі ў рэгіёне дзейнічаюць з 2011 года. За гэты час не толькі назапашаны багаты вопыт, але і вызначаны прыярытэтныя накірункі. Сем'і, якія знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, адзінокія інваліды і так званыя социальные элементы. До этих категорий особливая увага. Жалобы поступают, но не так часто. Вместе с тем мы на все жалобы реагируем мгновенно. Выезжаем на место, разбираемся на месте с этими людьми, с этой категорией. Вот. Ну, в большей степени на них, на мой взгляд, сегодня можно повлиять только административными методами. Вот. Прежде всего, это изоляция в условиях ЛТП через правоохранительные органы, либо направление, если человек уже заработал, даже если социальную пенсию имеет, направление учреждения здравоохранения, вот, хотя бы в зимний период времени. Вот. Ну, а есть и такие, которые берутся за голову, начинают благоустраивать свое жилье, возвращают семьи и продолжают жить. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Добрский район. Шкоднага ўздзеяння на атмасфернае паветра забруджвальных рэчываў у раёне Светлагорскага ЦКК не выяўлена, паведамілі ў прэс-службе канцэрна «Беллеспаперапрам». Нагадаем, мясцовыя жыхары скардзіліся, што асцерагаюцца непрыемнага паху ад завода. Паводле інфармацыі прэс-службы, газы не шкодзяць здароўю. Іх узнікненне звязана з наладжваннем абсталявання. Захаванне экалагічных патрабаванняў пры правядзенні пробнай вытворчасці знаходзіцца пад строгім кантролем кіраўніцтва прадпрыемства і адпаведных службаў. Заборы паветра ажыццяўляюцца кожныя 4 гадзіны. Паводле атрыманых дадзеных, канцэнтрацыі забруджвальных рэчываў не перавышаюць гранічна дапушчальнага паказчыка.
У початку нового года позитивная новина от телеканала «Мазыр». У районе на волю выпустили больше 40 высокородных оленей. С новыми лесными жихарами познакомились наши мазырские коллеги. Это уникальные кадры. Прибалтийские высокородные олени робят свои первые кроки, докладные скоки по белорусской земле. Рациозные живелы, которые в связи с переездом перенесли стресс, одразу кинулись на утеки. Для их воля это покуль понятие умовное. Карантинный вольер для перетримки складает 12 гектаров. На огороженной высоким плотом территории створены все умовы, каб лесные жихары отчували себе комфортно. Три дорослые самцы, 20 самок и 20 подлетков, которые народились меньше за год тому. Олени были закуплены у рамках державной программы. Выдаткована свыше 68 тысяч белорусских рублей. Государственная программа «Белорусский лес», разработанная на 2016-2020 годы, предусмотрено разведение оленя благородного в Республике Беларусь. Вот под эту программу РГО БООР, республиканское наше государственное общественное объединение, закупило для Мозырского района 43 особи благородного оленя. Для чего? Для передержки в вольере для временного содержания и потом выпуска в дикую природу. Если все пойдет хорошо, то, конечно, мы планируем несколько этапов произвести таких вселений. Будаўніцтва вольера вялося полтора месяца. Кіраўніцтва паляўнічых и рыбаловаў клинуло кліч об допомозе, и неабыякавыя люди адгукнуліся. Каменский паляўнічы коллектив, лясгаз, огороднинная фабрика, сельгаз организации. Сумесными намаганнями был створаны сапраўдны санаторий для жывёл. Полные кормушки, стаги сена и соль, галоўная крыніца минералу, а галоўная простор. Можно и побегать, и отпачыць. Увогуле все умовы, каб адаптавацца и павялічваць пагалоўе. Але супрацоўнікі Мазырского товариства паляўнічых и рыболову переживают, что карантинный вольер станет местом паломництва, бо такая цікаўнасць людей шкодная для диких живёл. Хотелось бы обратить внимание, что данная территория является зоной контроля таможенного, а также зоной карантинного контроля. На данную территорию въезд и проход запрещен, за что предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин. И хотелось бы обратить граждан, что это дикое животное, это не домашнее, это не зоопарк, поэтому любая тревога может обернуться печальными последствиями, как то, что могут прорвать сетку, могут покалечиться, могут повредиться. Высокородные живелы у сытости и под круглосуточным контролем будут тут находиться еще полгода. У конца лета, когда малые оленяты будут упэўнена трыматься на ногах, увесь статок выпустят у лес, где им придется самим сдобывать корм, ратоваться от небеспеки и пополнять популяцию. Виктория Синицкая, Вячеслав Прописнов, Светлана Грудько. Телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». У храма Гомельской епархии можно будет поклониться шастице Рызы Господней и мощи Матроны Московской. С 18 студеня по церквах региона начнется хрестный ход. Святыни будут передавать с храма у храм. Убачить их можно будет у Гомеле, Светлогорску, Жлобине, Решице и Рогачове. Реликвии будут доступны для верников до 18 соковика. Гэты и іншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. Далее эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». А я с вами развитываюсь. Усяго доброго и до встречи в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Де-факто». В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Не дорога, а конькобежная трасса. В Гомеле на бульваре газеты «Гомельская правда» сегодня утром в кювете оказались три автомобиля. Не справились с управлением машинами мужчина и две девушки. Одну из них сразу после ДТП отвезли для осмотра в больницу. Иномарки получили множественные повреждения. Все дело в том, что на закруглении дороги в сторону улицы Хатаевича образовалась наледь. Это место продувается влажным ветром, и при понижении температуры воздуха трасса становится опасной. За последние сутки в Гомеле и области произошло 24 ДТП. Два человека получили травмы. На улице Юбилейной в Гомеле водитель автомобиля «Ситроен» в зоне пешеходного перехода совершил наезд на пенсионерку. А в Калинковичах попытка резко перебежать дорогу в неположенном месте закончилась госпитализацией для 59-летней женщины. К сожалению, в последнее время у нас получается, что в дорожно-транспортных происшествиях получают повреждения именно пешеходы, которые не обозначают себя световозвращающими элементами в теплое время суток. В
суд передано уголовное дело на гомельского мошенника, который находился в бегах и был задержан в России за то, что одолжил и не вернул людям почти полмиллиона долларов. У предприимчивого мужчины были две фирмы и магазин по продаже алкоголя. Сначала он задолжал поставщикам почти 300 тысяч рублей, а затем набрал долгов у своих друзей и знакомых на 700. Обещал вернуть все с процентами, некоторым даже их выплачивал. Правда, чтобы потом еще раз одалживать у этих же людей деньги. Когда настал момент платить по счетам, мужчина бросил бизнес и уехал в Россию. Сотрудники финансовой милиции отыскали мошенника и призвали к ответственности. В ходе следствия был проанализирован большой объем изъятой финансовой документации, допрошены десятки свидетелей. Предварительное расследование окончено, уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. А вот гомельские пограничники задержали молдаванина, который по поддельному паспорту пытался выехать из Беларуси. В пункте пропуска Новая Гута во время прохождения контроля у пограничников возникли сомнения в подлинности документов пассажира международного рейсового автобуса. И не зря на родине мужчину разыскивали за большую аферу. В последующем он был задержан. Были проведены проверочные мероприятия в отношении его. В настоящее время данный гражданин передан сотрудникам милиции. За прошедшие сутки в Гомельской области произошли 3 пожара, в которых были повреждены 2 строения и 1 автомобиль. Машина загорелась накануне утром на проспекте Космонавтов областного центра. У авто поврежден моторный отсек, предположительно, из-за неисправности электропроводки. Также спасателям пришлось тушить пожар и в деревне Зябровка. На улице Комсомольской горел деревянный жилой дом. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. В результате пожара уничтожена кровля домовладения. Таков обзор происшествий к этому часу. Я, Алексей Немкевич, благодарю за внимание. Эфир продолжит спортивное обозрение. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Решающие игры Кубка Беларуси по мини-футболу пройдут без участия команд из Гомеля. Состоялись ответные матчи 1/4 финала розыгрыша трофея. ВРЗ после ничей в первом поединке на выезде проиграл столичному «Дорожнику» 0-1. Первый матч противостояния БЧ и столицы также завершился в ничью 3-3. В ответной игре, которая проходила в Гомеле, железнодорожникам для выхода в четвертьфинал достаточно было не проиграть и при этом не пропустить более 2 мячей. Столица, которой нужно было обязательно забивать с первых минут, взвинтила темп. Однако хозяева выдержали первый натиск действующего чемпиона и выровняли игру. Моменты начали возникать и у ворот столичной команды. На старте второго тайма и так недлинный список исполнителей у БЧ стал еще короче. Илья Казак получил повреждение, и команда перешла на игру в 2 неполные четверки. На экваторе второй половины матча столица, нали на табло, которую никак не устраивали, впятером, включая голкипера, обосновалась на половине БЧ. И на 32-й минуте гости добились своей цели. Железнодорожники не успели за Грициной, который на дальней штанге замкнул прострел партнера 0-1. До финальной сирены гомельской команде добиться спасительной ничьей не удалось. Столица в полуфинале. Не хватает нам немножко еще мастерства, но в целом игра положительная. Сегодня, скажу, могли мы и дальше пройти, на самом деле. Ну, фортуна была на нашей стороне в прошлой игре. Там мы, скажем так, ничьи были недостойны. С 9 по 13 января в столичном дворце спорта пройдет чемпионат Беларуси по спортивной борьбе. Участие в турнире примут сильнейшие борцы страны. Первыми на ковер выйдут представители греко-римского стиля. После будут соревноваться женщины. Завершают программу чемпионата мужские состязания по вольной борьбе. Сборная Гомельской области выступит на турнире в полном составе. Из главных потерь из-за травм на ковер не выйдут серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Мамашук и обладатель серебра прошлогоднего чемпионата Европы среди молодежи Наталья Ланько. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».